Всем добрый день. Сегодня мы находимся на Силикатном. Видео записывать 4К. Да, красота. Люди пройдут. Да, уже лето, в принципе. Какой же воздух, красота просто. Какая красота, ребят. Просто шикарный дождь. Там машина сзади идет. Вот, блин. Да, сегодня, наверное, из эфира, может быть, не играть. Так, машина проедет и пойдем. Да, ребят, сегодня погода супер. Лето. Жара у нас. Прям кайф. 20 градусов на солнце. Сейчас мне в тени. Где-то 30 градусов, наверное, на солнце будет. Из 25 не есть. На солнышке так-то. Кайф. Погода кайф. Просто кайф. Да, ребят, загорать можно уже вообще. Шикарная погода сегодня. Бабочки летают. О, мы сейчас походкой тут. Сейчас через секунду продолжим. Так, нам продолжаем. Вот. Так. Сейчас вот. Блин,
Погодка сегодня классненькая. Так. Какой же кайф, ребят. Просто кайф. Главное, клещей не набрать. Говорят, их тут много. Хотя в Каратане, где я жил, где-то не родился, там у нас нет клещей вообще. Мы понятия не имели, что такое клещи. А тут, видимо, есть они. Точнее, были и будут. Конечно, их летом уже не так уж, их нет практически, но сейчас самое время клещей. Да, вот такая еще зелененькая, жалко, что у нас нет квадрокоптера уже. Так бы я же полетал бы тут, поснимал бы, хотя у меня есть силикатное озеро, в принципе, мы летали. Видео, ну, точнее, я выкладывал его уже. Кто еще не видел, гляньте, есть на канале. Классная погода сегодня, суперская. Очень хочу искупаться летом. Я кайфую просто от этой погоды. Довольно тепленькой. Мне уже не верится, что уже... Вот-вот лето, вон там уже лошадка вон катает. На лошадках. Если видно. А мы идем к силикатным озерам. Вон там машина стоит, рыбачит, может. Может, рыбачит, может быть. Хотя тут можно порыбачить. Обожаю это место и всем советую это место. Самое лучшее место. В городе и возле черты города. Да, выходим на силикатное озеро, смотрите. Вон там на лодке. Или песок намывает, скорее всего. Вон там сидит и рыбачит, наверное. Да, прям не верится, ребят. Вот такая вот силикатная озера, вот такие вот. Да, можно крыбачить им там. Не знаю, еще что он его клюет, не клюет. Я без понятия. Так, ну где сделать фотки? И вон там на той стороне я могу сидеть. Вот рыба идет как раз в данный момент. Я пошел бы сюда на рыбалку. Потому что вот они лошадка, как раз к нам пришли. Через нас будут проходить. Вон там мужик сидит. Ладно, сейчас пофоткаем. Так, ну мы идем дальше. Вот такие вот лошадки две. Но, скорее всего, да недолго не будет. Пока тут нет лошадка. С одной стороны, блин, паутина уже.
суши, паутина прям лезет. Надо снимать кепку. Жара невыносима. Сегодня прям как летом, как будто. Реально лето какое-то. Но это пиво. Какой же кайф, ребята. Блин. Вот. Я говорю, что это классное. Давайте попробуем эфир запустить. Так, ну мы продолжаем. А другой связи нет, ничего нет. Странно как-то. Я весь мокрый нафиг свалил ушел. Ну и жара сегодня у нас. Можно было позагорать даже. Ну, когда назад будем идти, наверное, горим чистить. Так. Сейчас, через секунду продолжим. Не-а, не дает что-то. Связи вообще нет. Видимо, тут что-то стоит уже. А связь. Даже YouTube... Не могу выпустить, не то что там. Ох, ребят, сегодня шикарная погода. Сейчас мы фотографируем. Прям сегодня лето, настоящее лето. В мае месяце. В начале мая. Прям кайф. Но это чего, долго не пролежит еще, у нас еще завтра были 17. Да, сегодня жара, жарище. Жара в Липецке. Прям такая жара, вон там даже отдыхает. Какой-то кайф, просто кайф, ребят. Погуляем, поснимаем, вам покажем. Жалко, что прямой эфир нельзя запустить. Не дает что-то. Прямая трансляция не дает. Прям очень обидно. Ну, погода. Там отдыхают люди, наверное, одни рыбачат, другие отдыхают. Ну, тут, в принципе, пляж, это который мы купаемся все время. Либо там, ну да, вон он. Да, тут уже все готово практически. На пляж прям все готово. Осталось дождаться лета нормального, жары. И можно приходить сюда купаться. Ну, купаться в июне месяце только можно. По крайней мере, вода еще холодная будет. Не, ну погода сегодня супер, какого-то. Шикарная погода.
Жарко тут, прохладно, ты не поймешь. Это и погода, хотя еще не жара. Да. Пишите ваше мнение, что вы думаете об этом месте. Очень интересно послушать. Какой запах сосен, блин. Вот они срублены. Прям шикарно. Запах такой, что... Сосны. Да вообще, тут очень хорошее место. Для отдыха, для прогулки, для загорания. Прогорать можно даже. И не только. Ну и купаться можно, в принципе. Ну сейчас не рекомендую, конечно. Вода еще холодная. Вода тут прогревающая. Довольно... медленнее, чем... Хотя, может быть, я ошибаюсь, но все равно. Деликатно осталось. Хотя местами может быть и холодная будет вода. А местами теплая будет. Ну, возле берега, понятное дело, что... Но тут шикарное место. Я как-то помню... Те самые полеты... На квадрокоптере. Летом тут шикарно. Прям... Как будто ты... Я голоден, далеко-далеко. Прям реально вот смотришь на все это. И кажется, что это близко вообще. Утки. Кажется, что это далеко за голодом. Но на самом деле нет. На тот самый остров мы, наверное, пойдем. В следующий раз, когда... Будет Аиша. Ну, это самое, точнее, лето, когда начнется, наверное, пойдем так вот. А сегодня там же прогулочка будет, такая прогулочка. Как и в прошлый раз было. О, как же это... Идем дальше. Как вам небо такое голубое, летнее? Прям шикарно. Шикарно, ребят. Место. Грязь. Вот, блин. Сейчас, секунду. О, какая тут природа. А какие же тут свежие воздух. Блин, ребят. Просто не обидишься. Такой же кайф получать от такой природы. И я там с голодом. Это должно быть чудо какое-то. Прям такой природы в парке не встретишь. Вот и правда. Изменяется на аллергия. Это потихоньку проходит эта аллергия, конечно. Мне уже легче становится. Так, а где у нас поворот? Тот самый. Ты не прожимали, что ли? А нет.
не прозевали. Как раз идем. Думаю, на GoPro там на вещи. Ролик выпустить. Так, не. Сейчас посмотрим, какая там свет в данный момент. Ну тут можно снять кепку. Сейчас через секунду продолжим. Так, ну мы идем дальше. В итоге связь есть, наполовину нет связи. Непонятно. Не будем терять время. Я думаю, что нет смысла. Прям кайф. Погода супер. Нет, связи нет, все равно. Кстати, съездить из Сан-Франциско насчет, наверное, пожаров, да, насчет, наверное, этих дронов, скорее всего. Если бы дрон был бы у меня, то я бы тут не опускал бы. Ну, сейчас вот эти ограничения пройдут. Я надеюсь, в скором времени этих ограничений не будут. Запретов этих. Блин, погода сегодня супер шикарная. Так, дальше лес у нас идет, так что нам кипушка делать. Тут клещей не поймать. Хотя клещи в основном в глубокой траве. Ну и на деревьях так бывают клещи. Хотя не знаю. Может, я не прав. Вот тут, блин, идут машины, идут. Да вы что, офигели. Блин, ну вообще, нигде не пройдешь толком с этими машинами. Да. Да, и тут машины ездят. Блин, аккуратно надо будет. О, красота. И все, я весь свалился. Ну прям настолько свалился, что хочется раздеться и искупнуться прям. Реально, ребят. Вот такое вот у нас погода. Какая это красота. А вот что-то светит. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. Вот такое вот растение. Дерево. Похоже на липу. Ну, пахнет так вот. Не знаю, кто это, напишите. Как вы думаете, что это за дерево? Что это за растение? Вон там машина стоит. Блин, сегодня кругом машины. Сегодня силикатные озера. Вообще, то есть, можно сказать, уже активно начинает отдыхать тут. Если кто знает,
что это растение. А, так не вот это вот вишня, наверное. Типа того похоже. Птички поют. Прям красота. Но мы уходим на финишную прямую уже. Ох, погода шикарная. Люди вон отдыхают. Красота. Да. Вот такая вся, вся зеленая, вся красивая. Выходим еще на одно озеро. Одно из самых больших озер именно тут. Там вон машины стоят. Интересно, на том самом острове есть кто-нибудь или нет? Вообще. Жалко, я зимой не долетел до того самого острова. Ну ничего, когда будет следующий дрон, обязательно тут полетаем, поснимаем и покайфуем. А что-то я не пойму, где тот самый остров. Вроде бы должен видать. Ну, сегодня классная погода. Вот такой вот, вон там люди отдыхают. Вон. Да, вот такое тут силикатное озеро. Ну, мы идем дальше. Да, конечно, тут мусора много. Вот, можно будет еще. В принципе, дальше долго вкусно будет. Ну, да ладно. В итоге эфира не будет. Связи нет. Хотя пока 4 лиги. 5 палок, то есть нет, 4 палки. Вот. Странно как-то. Тут даже глушит связь. Ну будем записывать влоги тогда. Пока. Пока совсем. Связь тут нормально не будет. Их кто помнит. Блин, черемухой пахнет вроде как, или чем-то. Я вот не знаю, вот это, наверное, черемуха или что это. Одуванчики. Вот это я не ошибаюсь. Или это не черемуха. Напишите, кто это растение. А мы идем дальше. Тут уже можно кирку снять. Жара такая-то. Ох. Красота. Да. Вот такая красота, ребят. Вот такая жарища. Ну не жарище, но все равно уже довольно сильно тепло. Хотя, можно сказать, жара. Ну, 25-27. Точно на солнышке есть.
вон там пляжик. Вон там пляж тоже есть, следы тоже есть. Короче, на силикатных людей полно, в принципе. Машина ездит. Даже лесная охрана ездит. Хотя она очень редко ездила раньше, а сейчас каждый раз кто приезжает, каждый раз лесная охрана ездит. Ну, как бы не, ну, пожары с одной стороны, с другой стороны, не знаю. А так, в принципе, все могу сказать. Сегодня довольно очень тепло. Я в коробочке Нага. Там люди ходи идут. Правда, далеко. Ну и жара, блин. Сегодня. Да, ветра толком нет вообще. Не, погода супер. Красота. Фу. Надеюсь, ролик небольшой вышел. В итоге. То есть, если получится писать, то запишем концов. Хотя надо было. Сейчас тогда. Так, всем добрый день. Сегодня мы находимся на Силикатных озерах. Уже школа уже закончим уже идти. Уже практически все прошли. Единственное, тут связи нет. Связи вообще нет. Вот такая сегодня погода жаркая. Довольно тепло на улице. В районе 25 градусов на солнышке. В течение 20. Где-то, ну, плюс-минус 18, может быть. Так что всем хорошего дня, отличного настроения. Всем удачи, всем пока-пока, до следующего видео. И еще, это были Силикатные озера, Липецк. Всем пока-пока. Ну, мы идем дальше. Солнышко спряталось за тучками. Комаров, букашек, всяких уже полно. Да вот и лето не горами уже, ребят. Прям не верится. А вам верится, что уже лето? Напишите ваше мнение, очень интересно послушать. Что вы думаете об этом? Я немножко, ну, в шоке, конечно, что так быстро лето приходит у нас. Прям зимы толком не было. Я надеюсь, на следующий год, точнее, в конце этого года зима будет. Но все-таки, потому что на лыжах очень хочется покататься. Вот. На велосипеде тоже. Велосипедные тренировки открыли сезон уже. И сразу же 17 км. Это будет видеоотчет попозже. Вот. Не сегодня, но может быть завтра даже. Завтра он не работает, наверное, полно будет. Так что. Хотя пятница, в принципе. Не знаю, посмотрим, мы куда-нибудь ходим. Так, победа. Машина еще едет. Какой тут машин? Сейчас будет, если сейчас уже много едет машин. А что будет летом? Летом тут будет вообще пипец. Народу столько будет. Кто не проталкнешься.
Ну, будем ездить. Ну, в основном на Сокольский пляж. А так, конечно, сюда с другом, либо... Ой, блин. Этот песок. А так, с другом, наверное, скорее всего. Вот. Сюда будем ездить. Так что... Мы практически дошли. Солнышка нет, блин, жалко. Прям. Не прогорай. Толком. Вот светит что-то. Либо груша, либо яблоня. Ну, скорее всего, яблоня. Вот такая красота. Вон там машины стоят. Одна едет сюда тоже. Я говорю, сейчас будет народ ездить сюда. Вообще. Вот прикольное дерево. Тут песчаное место, тут особо грязи не будет такой сильной, как где-нибудь, например. В других местах. Тут песок. Вон сколько яблочек молодых. Вот это все должно вырасти. Тут уже побольше елки. А тут. Да, ребят. Даже 69-го региона. А 69-й регион, это не помню я. Кто знает, напишите, 69-й регион, это откуда. Это точно Тамбов. Тамбов 68-й. Ну, мой день тут рядом. Ну, опять солнышко вышло. Красота. Так что... Потихоньку будем заканчивать. Всем хорошего дня, отличного тренера. Всем удачи и всем пока-пока. Это были Силикатные озера. Сегодня у меня жарище. Жара прям. Наступило лето в Липецке. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Дальше еще интереснее. Куча видео, куча эфиров. Я на это надеюсь. И многое другое. Не забываем ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие эфиры или видео там. Или премьеры на канале. Всем пока-пока. С вами был Евгений. Это Силикатные озера и Липецк. Всем пока-пока.